Привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас две огромных коробки счастья от Faberlic по 13-му каталогу плюс новинки 14-го на 100 баллов. Итак, поехали. Начнем с маленькой коробки. Что же у меня тут интересного? Вот уже новиночка. Эластичные колготки велюр 60 ден. Так, какую я взяла себе или Ксюшке? Я уже забыла, если честно, девчонки. Так, размер. VXL себе взяла, да, на зиму. 85% полиамид и 15% эластан. Артикул 820-782. Это новинка 14-го каталога. Сейчас откроем с вами, посмотрим, что они в себя представляют. Я вообще такая мерзлявая, честно говоря, что колготки пододеваю. Смотрите, цвет, как у нас цвет правильно называется, красивые, очень красивые. Так, этикеточка. Размер, модель ST624. Так, цвет красный. Так, смотрим, 60 ден, плотные. На самом деле, вот сейчас я вижу, камера делает их рыже-красными. Нет, они прям вот красный, такой классический, очень красивый цвет, совершенно не рыжит. Плотненькие, очень хорошо тянутся и будут хорошо утягивать, 100%. Не светят. Ну, смотри, как растянуть, конечно. Вот как сделаны носочки. Все как бы как обычно. Носочек, пяточки нет. Так. Хорошенькие, слушайте, хорошенькие. Изнутри вам показываю все швы, как все выглядит. Пока мне очень нравится. Мне кажется, круто будут. У меня есть красное платье такого же цвета. Но красные колготки, красное платье, это, конечно, перебор. Это безвкусица полная. Колготки понравились. Надо дочери обязательно такие тоже взять. Мне прям зашло. Сразу новинка еще одна попалась. Это у нас с вами девчонки. Как он правильно называется? Я тут ни за что вообще не прочту. Наверное, это блеск для губ детский. Смотрите, какой мимимишный. Как им пользоваться? Сейчас посмотрим. Там прям так красиво все внутри. Он у нас запечатан. Так, артикул вот пока нашла 411-62. Надпись прочитать на этикетке вообще нереально, девчонки. Потому что она прозрачная и очень-очень мелкая. Так, пытаюсь открыть. Готово, слюду сняла. Прям весь флакон был в слюде. Так, а как у нас с вами это дело открывается? Откручивается, смотрите, за палочку. И вот такой вот мимимишный спонжик. Смотрите, как здорово. То есть это флакончик так сделан, что как будто там у нас с вами что, малинка, клубничка. Красиво. Ой, аромат пошел. Ягодок. Он сладкий. Он вкусный. Ягодный такой, карамельно-ягодный аромат. Очень мило, девочки. Ну вот очень мило девчонкам. Он такой сладенький. На подарочки, ну прям мимимишность. Так, едем дальше. Крем куркума ночной, мой самый любимый крем Faberlic на данный момент, появился наконец-то на нашем складе. Я его быстрее заказала, его очень долго не было. 28,57, именно ночной, девчонки, он шикарен, он просто шикарен. Кожа с ним с утра как персик, как бархатный персик, не иначе. Я его обожаю, поэтому как только появился, сразу взяла. Надо, наверное, еще баночку, пока не пропал, заказать. Это достаточно плотный, питательный крем, который творит с кожей просто чудеса. Кто не пробовал, прям очень рекомендую, пока есть. Так, дальше у меня здесь туалетная детская бумага в размере 2 штук. Дети попросили, у меня Ксюшка вообще любит пользоваться именно влажной бумагой. Здесь 40 листов, она смываемая, биоразлагаемая, гипоаллергенная, с пантенолом. Их у нас 2 вида есть. Вот такой вот и синенький. Так, артикул этой 304-01. Бумага классная и очень здорово то, что смываемая. Никаких проблем в этом плане вообще нет. Дальше у меня опять целая куча салфеток. Сейчас очень классная акция. При покупке определенных позиций из линейки Ума детской, в том числе, это я все достаю, в том числе зубной пасты, подмывашки 3+. У нас салфетки идут в подарок. У меня много салфеток за 1 рубль, и еще я набрала, потому что по опыту, как пропали большие, а некоторые девочки писали, что большие салфетки белые, да, была бракованная партия, они пахли как-то плохо. У меня с этим проблем не было, что вот набрала, все отлично, пахнут хорошо, все замечательно, и поэтому их сняли. Я надеюсь, что они скоро появятся, и вот эти тоже так быстро не пропадут, поэтому беру много. Нам такое надо, на улицу всегда пачку, Ксюшке в рюкзак пачку, дома лежит там, ну, всегда такая вещь нужна. Это 3+, 15 штук, детские салфетки, влажные. Очень классные, мне нравятся. Пропитаны, артикул 32.18, как положено. Кому интересен состав, можете почитать его, нажать на паузу. Все вам близко показываю.
цена адекватная, а за 1 рубль вообще грех не воспользоваться. Тем более пастами Фаберлик мы пользуемся, подмывашками тоже, поэтому набрала, пока акция, это очень круто. Вот такие большие, хорошо пропитанные салфетки, все замечательно, все отлично. Так, едем дальше. Ой, у меня тут еще новиночки, прям многие новинки в этой коробке. Так, смотрите. Давайте начнем с сыворотки. У нас обновилась сыворотка для роста бровей и ресниц. Раньше была отдельно для роста бровей и отдельно для роста ресниц. Сейчас теперь она вместе. Правильно, хороший, я считаю, ход. И кисточка у нее как была для роста ресниц с аппликатором. 1789 артикул. Вообще, прошлая версия очень рабочая вещь. Очень рабочая, но надо не забывать ежедневно. Если делаете не ежедневно, эффекта нет. Если делаете ежедневно, уже через 10 дней замечаете эффект. Реснички начинали у меня расти даже там, где никогда не росли в уголках глаза. Да? Представляете, одна как-то вылезла. Работает, но надо делать регулярно. Такая большая кисточка и на конце спонжик, чтобы промазывать межресничку. То есть прям у роста ресниц. Очень удобно. Удобно, что теперь два в одном. Замечательно, хорошо. Будем пользоваться. Будем ходить с густыми ресницами и с густыми бровями. Так, дальше взяла свою любимку. Это Монарда, масло Монарды. С витамином Е, просто обожаю. Артикул 619. Это безумно крутая вещь для кутикулы, для ногтей, для здоровья ногтей. Очень быстро впитывается. Где-то за минуточку. Прям, хотя изначально масло масляное, но где-то за минуточку впитывается, и все. И кутикула классная, ухоженная, красивая, все супер. Так, дальше что у нас с вами? Помада для губ. Новый оттенок выйдет в 14-м каталоге. Артикул 411-86. Это какой-то розовый, но я вроде посмотрела. Смотрится неплохо. Неплохо. Так, это у нас с вами помада. Сейчас, девчонки, я уже забыла, как она называется. Soft Nude. А Soft Nude помады я, в принципе, очень люблю. Это нюдовые помады с бархатным красивым финишем. Ой, красивая-то какая, да, я не прогадала. Она не розовая. Она очень красивая. Называется оттенок какая-то там, что-то с розовым связано, но нет. Она действительно такая, как было показано в карточке товара. Нереально крутейшая, освежающая. Такая, ну, розово-коралловая, розово-нюдовая. Камера, на удивление, вам сейчас передает прям вот, вот так. Вот так. Правильно. Вот так, да. Очень красивый оттенок. Буду носить с удовольствием. Девчонки, финиш нереально крутой, нежный, бархатный, высокая пигментация. Губки не сушат. Soft Nude одна из любимых моих помад. Поэтому новый оттеночек очень вообще классный. Мне нравится. Так, едем дальше. Две палетки теней. У нас выходят с вами совсем дешевые тени из старины, скажем так, да, как в Советском Союзе практически были такие палеточки, но не в Советском, уж чуть попозже. Артикул 51-28. Взяла самую носибельную, на мой взгляд, палетку в таком вот оттенке. Сейчас все вам покажу. В следующем ролике затесте обязательно с вами будем делать макияж новинками. Обязательно все вам покажу. И сейчас, конечно, тоже просвочу. Вот как она выглядит в целом. Вот. Вот такая маленькая палеточка, малышка. У меня такое ощущение, что у нас рефилы вот есть, да? Они как-то, мне кажется, не очень зашли. Их мало кто заказывает. И решили сделать так. Они все такие, видите, как квадратики. Свочу. Раз. Мой оттеночек, люблю такие. Блестяшечка. Два. Золотистые. Не скажу, что прям сильно пигментированные. Даже пальчиком такой вот не сильный прям. Так, потом вот этот красивый, как хайлайтер. Наверняка его можно использовать. Да, да, это хайлайтер. Уголки глаза, подбровку. И вот этот коричневый, такой сиреневый. Камера опять вам правильно, я сейчас как вижу, передает оттенки. Это уже затемнять. Ну, вроде даже не особо пятнит, слушайте, так более-менее лег. А, достаточно интересный оттенок. Будем с вами все пробовать. Вот такая палеточка. Так, салфетка вовремя у меня здесь лежит одна открытая. И следующая палетка. Честно, не хотела ее брать, но хотела вам ее обозреть. Потому что здесь... Ну, она универсальная, на самом деле. Нет, она универсальная. Пришла, кстати, в пленке. Сейчас пока распакую. Артикул... Так, артикул 56-760. Эта палетка выйдет тоже в 14-м каталоге. Здесь очень такие универсальные носибельные оттенки, но я сейчас сухими тенями практически не пользуюсь. Меня вполне устраивают жидкие тени. Они стойкие, они в течение дня глазом не съедаются, не осыпаются, естественно, потому что они жидкие, да. Поэтому я предпочитаю такой формат. Но потом подумала, что все-таки надо взять. Многие из этих оттенков очень универсальны под любой цвет глаз. Вот абсолютно многие. Вот такая вот кисть в комплекте. То есть это можно использовать для бровок,
универсальная, да, для бровей и для глаз. Вот этот оттенок такой, мне лично он века грязнит. Серо-коричневый, больше серый, я такие не люблю. Но если растушевать, может быть и неплохо. Так, вот этот свочу. Вот этот классный, вот этот классный. Так, ну черный, не буду черный, он и в Африке черный. Вот такая золотюшечка. Это прям бронзовый. О, вот это хорошо ложится, смотрите, как золотюшка. Прям равномерно. Так, не как из той палетки. А хайлайтер такой же, один в один. Хайлайтер такой же, в один в один. Если здесь больше розовое золото, а тут прям бронза, да, если сравнивать вот эти палетки. А хайлайтеры вот эти вот один в один. Ну, я их так называю. Кто-то, может быть, их использует и как... Хотя тоже как-то нет, тут такое ощущение, что другая консистенция. Смотрите, как равномерно ложится по сравнению с той палеткой, да? Вот этот оттенок очень красивый. Я такие тоже люблю. Да, теплый коричневый, очень красивый вот этот. Золотишко. Ой, это прям оно сыпется. Слушайте, оно прям сыпется, но оно мерцает. Посмотрите, как. Представляете, как круто. У меня аж часы не тухнут. Так, дальше вот такой вот. Вот такой коричневый. Уже некуда. Классический такой. Не теплый, не холодный. Вот этот вот вроде потеплей. Но разницы особо нет. Ну да, чуть-чуть он такой, видите, потеплей. И последний. Вот этот вот светло-розовый. Это тоже как подложка. Он прям такой вот, видите, есть белесый. Прям как подложка в уголок глаза тоже можно под хайлайтер. Так, всю палетку вам просвочила. Смотрите. Вот. Так, так. Красиво, нет, красиво. Я ожидала хуже, девчонки, я ожидала хуже, если честно. Мне нравится. Будем делать с вами макияж. Так, едем дальше. Большая коробка. В отдельном пакетике у меня были добавочки. Здесь тоже у нас с вами есть новиночки. Так, сначала чай. Вот эти два травяных сбора должны быть всегда у меня дома. Иммунити и бронха. Потому что невероятно рабочие лошадки. Чуть дети начинают где-то там подстыли заболевать или еще что-то. Я начинаю поить их этим чаем. Бронха один пакетик иммунити. Завариваю и маленькой также даю. И все. Либо не разболеваются, либо как-то все быстро сходит на нет. В комплексе там живится. И как бы все прекрасно, все отлично. Состав можете нажать на паузу, почитать. 20 фильтров пакетиков в каждой упаковке. Иммунити у нас с вами 157,70 и бронха 156,69. Очень рекомендую, потому что действительно работает, действительно вещь крутая. Так, дальше. Контроль сахара взяла себе еще один. Сейчас допиваю, решила, что хочу попить. У меня сахар в норме, но бывает инсулин в крови повышенный, поэтому вот такое дело мне надо. 158,36. Баночку одну допиваю, взяла еще одну. Это по VIP-программе я, по-моему, набрала. Они выходят дешево. Ну, не дешево, но достаточно дешево по сравнению с тем, как они стоят без скидки. Мультивитаминный комплекс для женщин взяла, потому что сейчас осень, надо витаминчиками обязательно обогатиться. 158,34 артикул. Брала уже как-то в прошлом году. И теперь еще раз. И витамин С и цинк тоже обязательно. Опять же, осень-зима, витамин С нужен всем, абсолютно всем. Тоже, когда заболеваешь, если вот эта вещь хорошо работает. 157,89. На виночки, девчонки, какие небольшие, я думала, они будут меньше. Взяла сразу две, потому что посчитала, что сейчас исчезнут. А я планирую давать всей семье. Здесь у нас магний, это очень здорово, я Ксюшке уже даю магний на ночь, Крис пока нет, вот как раз магний вместе с витамином В6 со вкусом вишни 3+. Давайте смотреть. Так, сюда тебе поставим, красавчик. Продолжительность 1 месяц, то есть рекомендуемая, да, индивидуальная переносимость, кормящим нельзя, детям до 14 лет по согласованию с врачом-педиатром, хотя 3+, да, как бы на свое усмотрение, 158,87, сказала вам артикул. В составе глицерин, вода очищенная, магния, лактат, глюкоза, лимонная кислота, ароматизатор натуральной вишни, пиридоксин. Это как бы и есть витамин В6. Вот норма. Суточный прием. Значит, 3-6 лет. Крис, я буду давать. Сколько? Вот как. Смотрите, мальчики, девочки подразделяются немножко. Суточный прием продукта. Так, кормящие женщины. Угу. Взрослые. 4-5 миллиграмм. Сейчас посмотрим, как он у нас дозироваться будет. Что это все прекрасно, но надо понимать. Нет, он у нас дозироваться не будет никак. Все на глаз, поскольку капель будем потом измерять. То есть детям 3-6 лет. А, это поступает в сутки. Вот сейчас, девчонки, я не то читаю. Я уж прям туда. Перед употреблением встряхнуть, взболтать, принимать детям с 3 до 7 лет по 5 мл, 1 чайная ложка в день. Детям... Вот, значит, Крис по 1 чайной ложке. Ксюшке буду давать по 2 чайные ложки.
Мне кажется, магний из B6 лучше на ночь. Беременным кормящим женщинам 1 столовая ложка в день. Взрослым и детям старше 14 лет 2 столовые ложки в день. То есть расход у него большой. Но я магний отдельно пью. Витамины группы В тоже. Смотрите, дозатора никакого нет. Я сейчас попробую на вкус и вам скажу, насколько это будет приятно детям. Махнула такая. Ничего неприятного нет. Какая-то кислинка, прям как будто аскорбинку. Такую дрожжа добавили. И легкий отголосок вишни. Я вот в основном тут кислинка чувствуется. То есть прям вот так кисловатенько немножко поначалу. Слушайте, все здорово, все отлично, все замечательно. Будем оздоравливаться. Едем дальше. Так, что для дома взяла? Для дома. Взяла 2 любимых своих кондиционера Sensitive. Они у нас 0+, самый легкий, нежный, красивый, пудровый, действительно аромат, пудровая нежность. Артикул 308-56, очень их люблю, они белье делают самыми мягкими. Лайфхак уже рассказывала в пустых баночках, расскажу, вернее, видео позже выйдет. Если хотите, чтобы полотенца стали снова мягкими, то постирайте их с 2-3 крышечками этого кондиционера. Они потом еще долго будут держать мягкость. Прям вот волшебный кондиционер, очень его люблю. Средство свое любимое для очищения ванной комнаты. Оно у меня закончилось. Действительно мощное. Главное не передержать, делать все по инструкции. 302-21 отходит даже самые сильные загрязнения. В этом плане все просто окей. Так, еще, наверное, по VIP-программе тоже я их так не беру. Парфюм для стирки в гранулах на этот раз желтенький для разнообразия. 308-45. Активируется при движении, стираю шторы, чехлы, полотенца, спортивную одежду, куртки. И действительно аромат через несколько месяцев еще на вещах присутствует, если их вот так встряхнуть. Шторки я недавно постирала, повесила прям аромат на всю квартиру. Очень здорово, когда идешь шторочку вот так шатнешь, и опять красота. Так, дальше. Вот, девчонкам взяла Ума пену, меняющую цвет 3+, они ее любят. Она действительно меняет цвет, но не пена, а вода. 28-82. Сначала она зеленая, потом становится такой синей водичка. Детки любят, пахнет приятно, аллергии нет. Ополаскиватель для полости рта. Девчонки, присмотритесь, это осенний must-have. Если начинает вдруг болеть горло, начинаем интенсивно им полоскать, и лекарства никакие вам не понадобятся. Действительно, работает, очень крутая штука, но сильно-сильно мятный. 16-37 артикул. Так, дальше. Что взяла еще для себя? Набрала еще на подарки много всего в этот раз. На подарки учителям, девчонки. Потому что скоро день учителя, и Faberlic можно собрать, ну, потрясающие наборы, которые каждому будут нужны. Ума детский гель для интимной гигиены 3+, как раз участвует в акции с салфетками. Артикул 3266. Очень классная подмывашка для деток. Безумно густая, вкусно пахнущая, с дозатором, долгоиграющая, хватает надолго, поэтому да и еще раз да. 2 сухих шампуня. В этом каталоге сухой шампунь тоже по акции. За каждые 500 рублей в заказе можно взять его дешево. Взяла себе 2 для темных волос и для обычных. Для темных волос, кстати, гораздо тяжелее. Ну, честно. Для обычных 27,02, а 28,70 для темных. Но он тоже на волосах потом светлый, поэтому без разницы. Вообще без разницы, каким пользоваться, никакой разницы я не ощущаю. Достаточно средний такой шампунь. Шампунь, сухой шампунь, да. Но, тем не менее, свежесть головы, прикорневой объемчик слегка придает. Взяла в запас ночные гигиенические прокладки с анионовым чипом. Здесь их 7 штук. Лучше для меня нет. Самые лучшие, самые крутые, самая надежная защита от протеканий. Поэтому, когда их не было на складе, я прям горевала, честно вам скажу. Артикул 112-95. Есть дополнительные крылышки защитные сзади. То есть, все очень круто. Мои любимые лыжи, как я их называю. Так, дальше 2 порошка. В себе взяла, соскучилась по порошкам, девчонки. Взяла себе 2 порошка. Так все беру пластины для стирки, ими в основном стираю. А тут 2 порошочка пересыплю в свою емкость. Горная свежесть и альпийские луга. Они, по сути, одинаковые, но немножечко отличается аромат. Альпийские луга 322 артикул, а горная свежесть 323. Порошки великолепные, отстирывают на ура. Они уже в себе содержат отбеливатель. То есть я беру для белых тканей, но подходит и для белых, и для цветных. Вернее, я беру универсальные. И все ими стираю. Я черное белье ими стираю. Все идеально выполаскивается. Черные шерстяные вещи, черные куртки. Никогда в жизни от порошков Faberlic
клик, ни одного развода не было. Он концентрированный, здесь 800 грамм, приравнивается к 3 килограммам обычного. Одна ложка на стирку, 30 ложек здесь в пачке. То есть его хватает надолго отстирывать, шикарно, гипоаллергенное. Астматикам, аллергикам, атопикам всем подходит. Не устану петь оды после того, как его обновили несколько лет назад, поддобавили туда оптический отбеливатель. Я не могу его ни с одним порошком сравнить, когда не подражали. Помните, мы с вами искали замену? Нет, замены нет. Так, еще себе взяла парочку масочек. Мискини, люблю их, больше всего именно вот эти. Вот это у меня на первом месте, это на втором. Темное на третьем. Здесь два отсека. В одном белая субстанция кремовая, в другом зеленая и коричневая. Соответственно, они разделены. Мы с вами отрезаем краешек, выдавливаем. Мне хватает на два раза. Я выдавливаю половинку из этого отсека, половинку из этого. А в ручках быстро смешиваю, наношу на лицо. Она немножечко так начинает вспениваться. Это не пузырьковая маска, она просто немножко вспенивается. Может у меня пощипывать на лице и та, и другая работает. Потом тон ровный, кожа чистая, свежая, поэтому эффект мне нравится. Коричневая 0,643, зеленая 0,600. Едем дальше. Две пасты детские. Вот они как раз, которым тоже полагался подарок за 1 рубль. Пачка салфеток. Девчонкам 3 плюс и 6 плюс. Апельсинчик и бананчик. Бананчик без мяты. В апельсинчике немножко мяты есть. Бананчик 28,86. Апельсинчик 28,85. Великолепные пасты, которые очень хорошо очищают эмаль и держат ее чистой в течение всего дня. Еще одна новинка, девчонки, это листы. Будем с вами все тестить для очищения твердых поверхностей. Здесь 30 листов без фосфатов и пластика. Ага, растворите пол листа в 250 мл воды и полученным раствором вымойте поверхности. Для мытья стен, полов, подоконников. Один лист в ведро, 3-5 литра воды. На 3-5 литра воды размешайте, вымойте поверхности. При необходимости промойте поверхности тряпкой, смоченной в чистой воде. Так, для приготовления очистителя для кухни, смотрите, 300-500 мл кипятка, кипяченой воды, в пустую бутылку с распылителем. Пустите в бутылку с водой 1 лист, то есть на 300 мл, такой концентрат, да? Закрутите, взболтайте, используйте как обычное жидкое средство для уборки. Для удаления стойких масляно-жировых загрязнений увеличьте рекомендуемую дозировку еще на пол листа. При мытье окон, вот еще можно, как бы все отлично. Растворять за 3 секунды. Это универсально для любых моющих подходит для мытья окон. Безопасно для домашних питомцев. Не оставляет липкости разводов. То есть не обязательно смывать. Состав вам показываю поближе. Кому интересно, напишите, что по этому поводу думаете. А я сейчас открою, покажу вам, как они выглядят. И в следующем ролике обязательно с вами приготовим раствор, концентрат и обычный. И попробуем помыть какие-нибудь загрязнения. Мне интересно, вот именно с такими загрязнениями, например, как на плите. Будет ли справляться? Или все-таки это такой вот... Такая уборочка. О, смотрите, какие они малышки. Так, они вот здесь на две половинки разложены. Вот такие малышечки. То есть, есть даже деление. Вот тут такие пористые, интересные. Вот, то есть деление для того, чтобы их разломить пополам, оно есть. По аромату. Приятный аромат. Парфюмерная какая-то отдушка. Какими духами пахнет? Не сильно ярко выражена, но тем не менее она присутствует. Такой свежий парфюмерный аромат. На что-то похоже. Не на порошок, нет. Похож на какую-то туалетную водичку Фаберлик, честно. Какой-то свежий, приятный, зеленый такой аромат. И сладиночки немножко есть. То есть аромат присутствует. Будем смотреть, будем все с вами тестировать. Так, едем дальше. Вот как раз еще одна подмывашка у меня. Салфеток же надо набрать было, но почему нет-то? И вот набрала на подарку, на подарочки и себе что-то может быть. Потом посмотрим. Мыло Samba de Rio. Хорошее густое мыло всегда в доме нужно. Артикул 1443. Такой же гель для душа. Мне очень нравится, кстати, одушка больше всего именно вот в зеленой серии Samba de Rio. Артикул спрятался. Вот он, 1440. Тоже густейший, прекрасно пенится, великолепный гель для душа. Тоже в любом доме нужны, все моются. Бьюти-кафе. Вот такой люблю с грушей. Добавляю воспениватель. Тоже безумно густой. Мне нравится аромат. Дальше поехали. Витамания. Вот такое мыльце тоже всем нужно. Витаминное мыло. 33,84. А то вот запасов в доме прям нет. Иногда праздники сейчас начинаются. Осень, зима. Они постоянно будут. И Samba de Rio еще крем для рук. Приходят запечатанные. Артикул 1446. Крем для рук тоже всегда любой женщине нужен и приятен. И вот такие две баночки крема Love, которые я очень люблю и всем рекомендую. Прекрасно убирает сухость, шелушение.
успокаивает. Даже вот при каких-то высыпаниях аллергических. На Крис просто пробовала, когда был такой момент, маленькая была. Потрясающий крем с ланолином. Это у нас серия Love. Здесь 100 мл и артикул 2608. Вот эта штука вообще здоровская, поэтому дарить такое приятно. Так, и что у меня осталось еще? Девчонки, кстати, спасибо за советы. Кто написал, откликнулся. Прям большая вам благодарность. Какой мне чайник взять? Поняла разницу. Одна девочка, не помню имя, извините, вас много, посоветовала именно вот такой вот заварочный. Потому что в другом там заварка вверху, а здесь как бы она внизу. А вверху нам не очень надо, у нас не все чай пьют. Артикул 910-496. Я созрела для чайника, потому что много травяного чая с отдыха привезли. Ну, не травяного, а листового. Поэтому созрела. Так, смотрим. Миленький, пупырочки, миминишный, красивый, лаконичный. Все здорово. На 1,5 литра. Вообще шикарно. Будем все теперь чаи гонять. Такая вот ручка пластиковая у нас. Он такой коричнево-фиолетовый. Так, и вот как все это дело выглядит. То есть мы чай, листья бросаем вот сюда. Достается, кстати, хорошо, все замечательно. Я помню, вот с тем чайником вторым, почему я не стала брать, мне сказали, там много мороки. Вот именно вот в этой части. Вот, вставляется все. То есть потом чай заварился, он наливается отдельно, не контактируя с травой. Его обозвала, да? Не контактируя с травой. Доставать, мыть легко, поэтому как бы отличненько. Замечательно все, теперь будем пить вкусненький фруктовый листовой чай. Так, дальше у нас с вами как раз-таки 14-й каталог, где новинки на обложке. Вот он, родимый. Тут патчи будут в подарок, а пока у нас в подарок денежки. Поэтому, если вы еще в Фаберлик не зарегистрированы, ссылочка всегда под роликом. Денежки получать всегда приятно. И вот здесь где-нибудь вверху тоже ссылочку всегда для вас оставляю с какой-либо стороны, наверное, с вот этой все-таки. Либо пишите в личку, все контакты всегда под роликами оставляю. Дзен, Телеграм, контакт. Всегда можете меня найти и написать. Всех люблю, целую, всем пока-пока.